Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска. Двигатель 3.2 дизель, полный привод, автомат. Пробег на этом автомобиле 138 тысяч. На данном автомобиле мы сегодня заменим антифриз в системе охлаждения. Поднимаем автомобиль, снимаем защиту, сливаем антифриз с радиатора и смотрим, где у нас на блоке сливная пробка и есть ли она вообще. Поднимаем. Сливаем антифриз с расширительного бачка. Для этого откручиваем пробку. И снимаем бачок вверх. Вот таким образом он снимается. Сливаем. После этого устанавливаем на место бачок и открываем пробку расширительную с радиатора. Бачок слил, установил на место. Аккуратненько открываем пробочку. Ладно, пока мы ее открывать не будем, поднимем и начнем сливать снизу, потом откроем пробку. Со стороны левого колеса здесь защита у нас снизу снята, но даже когда стоит снизу защита, все равно этот краник видно. Откручиваем его. И сливаем антифриз. С радиатора слилось около 5 литров, там может быть чуть больше, чуть меньше, точно не скажу, но около 5. Это вместе с учетом расширительного бачка. Заливать будем агу зеленую. Номер ее идет ага 049Z. Берем и заливаем. Заливаем. Также выставляем уровень в расширительном бачке. Залил полный радиатор. Закрываем пробку. В данный момент также залил по верхнюю метку full. Вот он, две, нижняя и верхняя. Тоже закрываем. Канистра 5-литровая у меня ушла полностью. Сейчас заведу и прогрею автомобиль. Потом посмотрю, как оно будет, сколько надо будет, не надо доливать. Но дело в том, что полная емкость здесь порядка 11 литров, это на сухую. Но здесь часть остается в передней печке, в задней печке, здесь две печки. И очень много остается в блоке. Но с блока слить здесь нереально. Очень неудобно до сливной пробки не подобраться практически. Какой выход из этого? Почаще менять антифриз вот таким образом, не как там пишут 5 лет, ну хотя бы раз в 3 года менять. На этом все. Замену антифриза мы произвели. Всего вам доброго.